Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Хищные машинки 3. Сладость или гадость? Интересно, сладость или гадость. Так, они мне дают какой? 7-й уровень подземелья. Ух, я не знаю. Я не знаю, смогу ли я тут собрать эти яйца и выжить. Самое главное, выжить, ребята. Спин. Так, рандомная удача. Что тут нам дадут? Оу. Атака. Удвоенную награду нет. Возьмем. Ну что, погнали. Надеюсь, справимся мы с этими охламонами. Ай. Блин, что, бомб нету, что ли? Да быть не может такого. Да ты заезжай, ты. Ох, какой же ты, а. Тут еще шипы, да? О, он появился, да? Он появился, ребята. Злобный босс. Нет, пока не, это не он. Это пока еще эти мелкие личинки. Ну, типа босса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зажимают, ребята, зажимают. Да где бомбы-то, блин? Давай-давай-давай-давай. Фух, успел. Кувырнись. Так, тут тоже кувырнись. Тут ты, конечно, парень, переборщил с перелетом. Ну как иначе-то, ребят? Как вот... Как ты тут будешь? Да отвали ты. Сладость или гадость? Вот тебе и сладость, вот тебе и... И гадости, и на шипы, да, еще правильно. Фух. Так, сколько у нас получается? Почти, ребята, прошли, почти прошли. Нет. Есть. Ух. Так. Угу. Сейчас угадывай называется, да? Давай здесь. Ну что же, ребята, по-моему, самый слабенький мы камень нашли, насколько я понимаю. Так, гараж, смотреть видео. Плюс 164 этих, ребят. Дай-ка я возьму. Угу. Плюс 5% возьмем. Так, ну что, в гараж? Прямиком, ребята, в гараж. Восток. Песик такой, восток. Угу. Харвестик мой, харвестик мой. Так, это у нас получается вторая машина, да? После Гатора. А чтобы этого получить? Архивер, одолей босса молния. Босса молния я еще пока не одолевал, я даже не знаю, где он. Так, что у нас тут? 60 требует, да? О, 2400, вы серьезно? Тут, смотри, тут дрон еще есть. О, ага. Я понял, дроны. Губешки закатай насчет дронов. Ракетницы взять. А почему я ее сразу не взял? Я, наверное, ее только недавно нашел. Заморозка. Стреляет сгустками жидкого азота. Замораживает врагов. 8000 стоит магнит. А бомба у нас взята, у нас огненная. 10000 стоит. Твою ж налево. У меня только осколочный в данный момент стоит. Так, ну что, ладно, давай прокачивать тогда. Атаку, ребят, надо прокачивать обязательно. Опа, опа. Ты понял, какая у нас косилка появилась? Слоты для дронов. Ну, слотов для дронов у нас нет. Блин, нифига себе, паровоз такой. Мощнявая, наверное, машина. Так, выращивай машинки в инку... Слушай, разве такое раньше было? Что-то я не помню, это что-то новое, что ли. Архиветр, могущий клешни. Архивер. Выбери яйцо. Найти в подземелье. Блин. Найти в подземелье яйцо. Я же только что там был в этом подземелье. Слушай, ну мы с тобой как-то... А ну-ка, 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 ну... Вот где яйцо-то можно найти.
Поехали. Вон там Винницу стоит. Вот, видимо, мы там и должны его вот стырить. Если мы, опять же, если мы угадаем, ребята, яйцо, как бы ты его можешь найти, а можешь и нет. Что оно выпадет? Два бонуса всего лишь. Поехали. Так, ну сейчас мы должны врагов... Воу. А, ракетница, она сама бомбит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты. Чё ты так радуешься-то? Чему ты радуешься-то? Ух ты. Блин, горелый. Надо было, наверное, все-таки нам хп брать с тобой. Ой. Паучиха-то охотится. Ты видел? Я хпшку успел взять. Да, ракетница, ребята, работает сама по себе. И это круто. Да, пускай у нее всего один снаряд, там долгая перезарядка, но главное, что бомбит. Есть. Раскумарочку, на. Давай ускоряться, короче. Фух. Успел, ребята. Чуть было. Чуть было не упал. Ну и что это? Ты будешь сегодня заезжать или нет, а? Ну вы серьезно, блин? Трындец, короче, этот, а не Харвест, блин. Ну в лаву только вот мне не надо, пожалуйста, падать. Вот так вот. Замечательно, прошли. Так, а мы яйцо-то нашли или нет? Ага, вот, ребят. Угадать еще надо его. Ну давай. Есть! Ребятушки, я нашел это яйцо, я его выловил. То есть теперь я смогу в инкубаторе. А я, кстати, ни разу такого не делал. Яйца, по-моему, я не выигрывал. Гараж. А вот тут вот есть, ребята, небольшие проблемы у нас. Потому что реклама не показывает и зависает игра. Приходится перезагружаться. Собираем машинки в полисопедии. А, ну это как Википедия, ну то есть машинопедия, помнишь, у нас была? Только здесь уже полицепедия. Взять. Франт Копштейн. Слушай, у нас может вот такая машинка быть скоро. Нифига себе, танк такой. Франкенштейн, он живой. Живой. Чего там бубнишь? Бубнит он мне. Так, подожди, а Франкенштейн, это где у нас? Фига тут машин. Так. 400. 4200, 2600, 2200, 2400, блин. Так, медленно пополняет запас твоих бомб. Ага. Это заморозка? Нет, не хочу. А где вот он, вот которого мы сейчас только что с собой открывали, где вот он здесь находится? Я вот его не вижу. Франк, как кто он там? Нету. Так, и гараж. Мне, не гараж, а мне нужно в этот зайти, чтобы яйцо туда положить. Так, берем. Так, 500 самоцветов. Сладость или гадость? Каркула, Макс и Гробокоп. Оу. Слушай, смотри, если мы сейчас будем играть, мы собирать здесь должны какие-то тыквы. И из определенного количества тыкв... Фига тут столько турбин.
И за определенное количество тыкв нам дадут новую тачку. Ну, если мы, конечно, ее выиграем. То есть это тыквенный ивент. Хэллоуинский, да, получается? Дырка. Ну, я понял, понял. Поехали. Ну, тыкв там надо, блин, на самом деле много брать. Ну, естественно, уже полицейский. Тут как тут, блин. Хлебом не корми, дай жизнь нам попортить. Какие-то крики, кто-то там с ума сходит. Опа, это что мы нашли? Что это такое мы нашли? А, это помощь, подкрепление типа. Я, ребят, специально кувыркаюсь, чтобы как можно больше собрать этих тыкв. Ага. Ну, ек-макарек. Сбил меня. Я не знаю, сколько раз. Один раз в день можно проходить это событие или сколько хочешь. Такие крики там. Слушай, это, по-моему, обычная машина, да? Которые... Что тут? Непонятно, что там было. Подрезали крылышки. Ну-ка, глянем сейчас, ребята. Так, поздравляет. Сладость или гадость. Сколько мы тыкв получили? 134. Новое достижение у нас. Заместитель. Заместитель. Так, раз, два, три, четыре, пять попыток, ребята. 10 тысяч, за 10 тысяч, за 40 тысяч и за 20 тысяч. Фига себе, гробокоп. Ну это, блин, да, конечно, много придется тут, ребята, собирать. Так, инкубатор. Яйцо хотел сюда поставить, выводиться. Хотел поставить выводиться яйцо. Так в плане найдите в подземелье яйцо. Я же уже нашел. Правда, знаешь, что там прикол? Там вылетела как бы игра у меня. Ну, реклама должна быть. Я рекламу не дождался, потому что она зависла. Мне пришлось перезайти. И что, хотите сказать, что меня лишили вот этого яйца? Ну-ка, что у нас тут? Play. Примите участие и выиграйте. Так, а почему именно здесь? ФПИ. ФПИ. Федералы всегда рады доставить хлопот. Кто бы сомневался. Ему только хлопоты нам доставлять. О как. Погнали. Мы должны его догнать, что ли? Спецмиссия. Уйдите нафиг от меня. Смотри, а. Мощно. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я уже рядом. Давай. Ага. Мы его перегнали, ребят. Куда ты хочешь? Е! Комбо! Ты освободил фитиля. Фитиль. Ох ты, 402 самоцвета, ребят. Вот, смотрите, видите вот эту вот штуку, ребят? Должна быть реклама, но ее нету. Сейчас перезайду, и, наверное, фитиля я фиг освободил. Помоги друзьям сбежать. Ага, все-таки мне нужно, ребят, спасать, да. Знаешь, что я попробовал? Я, ребята, поставил... Чего?
Вот, фитиля мне нужно, да, спасти. Играть. То есть играть, спасти Смарти или что? Слушай, ну это-то у меня не подготовлено. Ну давай, попробуем. Так, все, кнопки расставил, все работает. Френдопедия. Мне вот этого нужно спасти. Догони и уничтожь. Давай еще разок. Шип. Угу, звездочки нужно собрать здесь, да? Я понял. А, мы не можем их сбивать. Чушь, мы раньше-то молчали. Да, о, понял, понял. Видно, полицейских давить нельзя. Или специально нельзя, ребята, бомбить. Ну, я понял, давай попробуем еще раз. У каждого свои, ребята, заморочки. Смарти, да, значит. Врезаться нежелательно. Что, так чисто по прямой выиграем, что ли? Хм, едет, смотрит, высматривает там что-то. Ну и где? Есть. Тут мы все собрали, получается. И должны его, наверное, открыть, я так понимаю. Френдопедия это. Удвой награду. Нет, возьмем. Следующий через... через столько-то времени. Так, ну что, у нас тут Мэтт. Что надо с Мэттом сделать? Так, это можно давить. Здесь фиг знает что. Или наоборот, нельзя давить. Ну, перегородки понятные. В них лучше не врезаться. Это я уже усвоил. Ага, камни тут еще, смотри-ка, выставляют мне поперек. Ну-ка дай. Полицейские, блин. Ну пришлось, ребята, иначе бы... Так, у меня что-то скорость, по-моему. Чем больше я бью машин, видимо, тем больше скорости. Есть. Есть контакт. Догони, уничтожь конвой, чтобы освободить друга. Удвой награду. Это будет 400, да? Давай. А вдруг реклама не сработает? Ну, посмотрим. Слушай, работает все, и мы получили 400 этих. Давай-ка здесь посмотрим. Автобус. То же самое, да? Автобус только пошире будет. Угу. И преград, я смотрю, здесь побольше находится. Так, забираем. Он четырехглазый, этот автобус, кстати. Есть. Замечательно. А сколько ты мне дашь денежек? Должно быть, наверное, побольше. Не денежек, а этих самоцветов. 300 плюс 300, это 600, берем. Угу, 2459. Так, давай спасем теперь этого, наверное. Я так понимаю, их каждый раз можно спасать, друзья. И каждый раз ты будешь зарабатывать на халяву самоцветы. А здесь, кстати, надо больше самоцветов. Ой, самоцветов, звездочек. То есть с каждым новой машинкой нам больше и больше нужно.
Ну. И где звездочки? Мне звездочки нужны. Так, половину нас собирали уже. Музыка такая прикольная. Угу. Нам проблемы с полицией не нужны, поэтому ФПИ всякие, пускай там едут где угодно, только не за нами и не возле нас. Так, еще, наверное, где-то три звездочки. Ой. Скорость, по-моему, ребята, увеличилась. Увеличилась скорость, я чувствую. Есть. Замечательно. Шикардосик. Наверное, сейчас тоже умножим, да? Это 800, конечно. То есть не всегда срабатывает, получается, реклама, да? Вот сейчас, например, она не сработала у меня. Ни шишарики вообще. Так, рубины, что там у нас? Есть бесплатно? 200 за бесплатно. Все понятно. А это что такое? Ага, 19 дней. А, ну это 19 дней до конца, ребята, до конца события. А это что за каркады? Карканоид, рубиновая охота. Что за рубиновая охота? Циклом. Так, собирай, избегай бомб этих. Выиграй карту, чтобы разблокировать остров. Ой, ёк. Speed up and spend less on broadband. Out of contract on superfast fiber? WSpeed and you could save 130. Не то схватил, короче. Иди ты в баню. Бомба где-то едет. Иди гуляй. Не надо мне. То есть, если ты, ребята, вот, видишь, самоцвет теряешь все, ребят. Ты должен именно ловить их. Угу. Да хорош. Смотри, а. Ускоряются. Ускоряются. Но пока ловим. Куда он поедет? Ага. Просто мало уже этих осталось у меня. Они специально так делают. Где карта? Эй, все, ребят. Награда 28. Берем, конечно. Такая легкая. Блин, ты прикинь, какой должен быть этот Harvest на фулл прокачке с каким-то, блин, магнитофонами на спиной. Так, ну что, в гараж меня там зовут? Что-то в гараже надо сделать. Твитти. А, это птичка из Сильвестра Твитти, что ли? Твитти. Чего ты там шкрягаешь? 2400. Возьмем броню? Возьмем. Так. Оборотень. Оборотень, я такой, да, древний. А где у нас обычные гонки-то? Вот это вот, по-моему, да? Дроны лучшие помощники. Да, дроны лучшие помощники. Если бы они еще давались бы хотя бы бесплатно. А то задан... А, ну да, вот. Вот, ребят, у нас тут на две звездочки. На три звездочки. Хм. Почему вот здесь вот на три звезды не пройдено, а? Скажи-ка мне на милость. Почему не пройдено на три звезды? Что мы тут должны собирать, я уже не помню. Чтобы пройти на три звезды. М? Депути. Вот тебе и депути. Отлично. Погнали. А, три жетона я должен взять. Все, я понял, ребят.
Нормально так на халявку чувачка захомячил. Эх, не собрал там чуть-чуть. Подожди, тут что-то у нас три полицейских значка. Это, по-моему, сейчас, ребята, за мной начнется охота. Ну да. А, я понял, ребят, на три звезды, потому что тут надо убивать машинки. Все, я врубился теперь. Ну где же машинки-то? Вон они. Даванул. Сожрал. Нате вам, все, ребята. Фига тут. Хлопчики подбежали ко мне, под белые рученьки хотели меня взять. Но я не дался. Я не дался. Ну что, ну как? А сейчас она взяла и вообще, ребята, вылетела сама по себе. Просто. Я ничего не успел сделать, просто вылетела. Я даже не знаю, засчитали мне там уровень тот или не засчитали. А на три звезды какой я? Восьмой, по-моему, проходил, да? Так, ну давай теперь девятый попробуем. Или подожди, или... Или шестнадцатый будем брать. Давай шестнадцатый попробуем взять. Ну там, по-моему, сейчас будут котлованы эти, да? Если я не ошибаюсь. Вот тяжело здесь. Угу. Погнали. Три бомбы всего лишь. Ну, куда ты от меня там? Да вы что ж делаете, да? Так. Сейчас мы этого захомим. Блин, я еще ни одного этого не получил, ребят. Давай машинку эту выгоняй. Прям в воздухе мы ее. Ё-моё, это чё? А, там шипы внизу. Speed up and spend less on broadband. Out of contract on super fast fiber? W speed and you could save £134 on average by switching to. Там были шипы внизу, поэтому, ребята, я и. Этот бомбу раскидывает, прикинь. Вот он засранец. Так, две собрали. Ребята, мне нужно еще машину где-то уничтожить. Причем не одну. Блин, ну сейчас уже финиш. У-у-у! А что я должен делать-то? Ребята, я что-то не помню, а что должен был там сделать? Тебя поймали? И чего? Меня поймали, блин, прикинь? А что надо было сделать-то? Я вот, честно говоря, не особо врубился. Что-то в этих ловушках надо было нажимать, по-моему, или что-то... Вот, не помню, если честно, ребят. Угу. И не попал, блин. Иди сюда, машинка мелкая. Даже ты от меня уходишь, а? Опа, тут еще фургончик. То есть я играю как бы за злую машинку, которая
уничтожает всех. Вон там на меня уже полицейских машин понавтыкали. Давай, давай, давай ты. Нет. Фух. Есть, ребята. Уходим отсюда нафиг. Выполнил. Выполнил я задание, ребятулечки. Опять она у меня вылетела, друзья. Опять игра вылетела. Я не знаю, что происходит. Я прошел хоть тот уровень-то, засчитался он мне пройденным? Я надеюсь. Яйцелот протухший и гадкий. Офигеть. По-моему, не засчитали, прикинь. Не засчитали мне тот этап. Зашибись, то есть если игра вылетает, то все. Тебе это в зачет не идет. Ну, так неинтересно, ребят. Я не знаю, почему она улетает, что с ней не так. Те у нас нормально уровни играют, а здесь нифига. Ладно, друзья мои, тогда я на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.